Несмотря на то, что прошлый финансовый год был нестабильным, показатели по доходам перевыполнили на 13 миллионов рублей. Вместе с тем, в местной казне недосчитались почти 7 миллионов. Это задолженность по налогу на доходы. Как положительный фактор необходимо отметить о снижении недоимки в сравнении с 2010 годом до 1,4% или на 4,3 миллиона рублей. Что говорит о результативной работе за 2011 году, это налоговая инспекция, госадминистрации и горсовет. Отчет об исполнении бюджета за 2011 депутаты утвердили. Наибольший интерес присутствующих вызвала информация о наполняемости бюджета в первом квартале этого года. Доходов поступило на 21% меньше, чем было запланировано. Существенно сократились и расходы. Это объясняется тем, что в первом квартале наши основные предприятия, которые львиная доля поступлений от них в местный бюджет и уже в республику составляет, работали не в полной силе. В связи с уменьшением объема производства, следовательно, и поступлений, и отчислений налогов, это привело к данному уменьшению. Недостаток финансирования социально защищенных статей обеспечивается за счет субсидий из республиканского бюджета. В первом квартале Рыбницкий район получил около 5 миллионов рублей. Работа с должниками продолжается, отметили на сессии. Этим занимается специальная комиссия. В результате уже в бюджет удалось возвратить 300 тысяч рублей. Также депутаты заслушали информацию о выполнении государственной программы разгосударствления и приватизации. За 10 лет в районе было приватизировано 132 объекта муниципальной собственности. В результате в бюджет поступило более 20 миллионов рублей. Александр Кожухарь, Наталья Стратонова, Первый республиканский телеканал.